Всем привет! Купил я себе очередную видеокамеру. Вот эта посылка. 3 дня она валялась в СДЭКе. Сегодня я ее забрал. Здесь находится видеокамера. Именно та, на которую я первый раз в своей жизни снимал. И которую вообще видеокамеру я первый раз в своей жизни увидел. Было это в 1995 году. И вот здесь именно такая же модель. Не та самая, а такая же модель видеокамеры, на которую я первый раз снимал. Сейчас мы ее вместе откроем и посмотрим. Вот в такой сумке она лежит. Так, это должно лежать внутри сумки. Здесь батарея. Еще одна батарея. Батареи эти мертвые. Ну, пусть будут. По бокам ничего нет. Значит, будем сейчас смотреть видеокамеру. А вот и видеокамера. Модель видеокамеры Sony SSD FX270E. Как я и сказал, именно вот эта вот видеокамера, такая же видеокамера, вот этой именно модели. Именно та видеокамера, на которую я первый раз в своей жизни снимал. Она была у моего друга, ну, точнее, у них в семье. И в 95-м году я ее первый раз увидел, и он мне ее давал очень часто. Она очень много времени провела у меня дома. Я на нее часто снимал, и дофига видео осталось с этой камеры в оцифровке и в оригинале на кассетах. Короче, я давно хотел вот эту видеокамеру. Ну вот она как раз у меня есть. Я надеюсь, она работает. Но она, по идее, должна работать. Продавец посылал мне видео дополнительное. Ее работоспособности. Сейчас мы ее тоже будем проверять. Что еще хотел сказать. Вот именно та видеокамера, на которую я первый раз в своей жизни снимал, которая была у моего друга, она до сих пор живая. Снимал я в 95-м году. Сколько это лет уже? Ну, скоро 30, да? Короче, прошло, и она до сих пор живая. Но, правда, мой друг уже 20 лет живет в Германии, и видеокамера, естественно, тоже находится там же. Но он мне говорил, что она вроде как еще до сих пор работает. Ну, а мы сейчас вот эту камеру подключим и посмотрим. Вот я блок питания уже подключил. Вот так вот это выглядит. Так, я немного забыл, как ей пользоваться. Да, вот здесь находится переключатель. Да, она не включается, потому что я вот этот вот переключатель не туда сдвинул. Вот так вот он должен быть, и все, вот загорелось. Да, изображение есть. Когда я вообще первый раз видел, я был в шоке, как сюда загружается кассета. Вот так вот это происходит. Просто какой-то космический корабль. Особенно по тем временам. Так, ну пока что мне нравится. Вроде бы здесь все в порядке. Довольно-таки бодро работает. Здесь находятся кнопки управления. Кнопки управления именно, ну, воспроизведение видео. Здесь быстрые настройки, пресеты, так сказать. Здесь у нас тоже настройка дата, время.
Здесь зум, переключатель режимов, видео выключенный и режим видеомагнитофона. Так-то, в принципе, все. Здесь находятся разъемы для подключения к телевизору или к видику. Здесь еще находится какая-то подстройка. Я уже, честно говоря, не помню, для чего это. Но, по-моему, это поиск по кадрам. Спереди вот тут вот есть лампочка. В режиме съемки она горит. Микрофон. И здесь такой башмачок для насадки, например, дополнительного микрофона. И подключается он сюда же. В общем-то, камера в хорошем состоянии. Тут ее надо немного протереть, а так, в принципе, она норм. Есть у меня еще подобная камера. Сейчас я вам ее покажу. Вот подобная камера, но это уже 280-я, по-моему, модель, да, 280-я. Она находится в состоянии разрушения, она не работает. У нее не работает кассетоприемник, он там весь разрушен, но в принципе она включается. Если ее подключить к какому-нибудь устройству, чтобы устройство записывало, как я делал это в одном из своих видео, то в принципе можно с нее сделать захват. Тут она по-другому немного открывается. То есть здесь открывается сперва крышка и есть кнопка. Вот. Потом точно так же открывается вот эта часть. Ну, здесь видите, да, она дестрой, короче. Похоже. Ну, вот это как-то она, вот это я имею в виду, поинтересней. Цветом даже отличаются. Я думал, что это тоже раньше черный, но она какая-то серая. В общем-то, они очень сильно похожи. Ну и кнопки управления, да, здесь они находятся сверху, а на этой камере они находятся сбоку. И здесь вот мне как-то даже больше нравится. Записывает камера вот на такие кассеты видео 8. И мы попробуем на нее что-нибудь записать. Сейчас я ее подключу к телевизору, покажу с нее изображение. Мне и самому интересно посмотреть, я же ее тоже смотрю первый раз. Желтое это видео, белое это аудио. Все, этот конец к телевизору. Так, подключил камеру к телевизору, чтобы посмотреть, какую картинку она выдает. Картинка вполне себе кайфовая. Вот вы видите, да? Картинка вполне себе кайфовая. Так, ну и сейчас мы сюда поставим кассету. Вообще в этом видео я не планирую какие-то там записи делать. Я ее, наверное, в следующий раз сравню с какой-нибудь VHS-камерой. Запись вот на эту камеру и на какую-нибудь VHS-камеру. Потому что здесь классная оптика. Ну и возьмем какую-нибудь VHS-камеру, которая у меня есть. И будем сравнивать качество записи видео 8 и VHS. Но это будет в следующем видео. В этом видео я этого делать не буду. Сегодня, в принципе, только распаковка. И так, беглый взгляд. Чтобы перейти в режим воспроизведения, надо вот этот переключатель поставить в режим плеер. И уже управляется вот с этих кнопок. Чуть-чуть перемотаю назад. Так, ну вот у нас, собственно, запись с кассеты. Ну, это я записывал на другую камеру, как вы понимаете, просто запись есть. Так, все.
перемотка работает. Визуально все вообще живое, осталось только проверить саму запись. Кстати, вот эту вот запись я делал на ту камеру, которую вам показывал до этого, которая у меня сейчас разрушена. Тоже, ну, как видите, она неплохо снимает. Эта камера должна, ну, на таком же уровне снимать. Кстати, дату на той камере можно было именно до 22 года только выставить. Дальше уже нет. Ну, посмотрим на этой камере. Я не проверял еще. Скорее всего, тоже так же. Ну, вполне классно. Но это та вот камера снимала, которую я вам показывал в начале, которая разрушена. На этой камере до 22 года выставить невозможно. Вот вы там видите, да? Сейчас я покажу. Ну, потому что она более ранняя модель, а можно выставить до 20 года. Все, дальше опять идет 93-й. Прошивка идет 93-го года. Да, к сожалению, здесь больше выставить нельзя. А вот я еще что хотел показать. В объявлении была инструкция, почему-то мне ее человек не прислал. В общем, камера 94-го года. Покупали ее в 95-м году. Вот есть дата. Можем посмотреть. Так, запись идет. Вот горит лампочка. Что идет запись. Просто попробую поснимать фоном. Посмотрим, что получится. Ну и как снимает. В общем-то, вот так вот снимает камера. Как я и сказал, оцифровывать пока ничего не буду. Потом мы ее в другом видео еще сравним. Главное, что она работает. Довольно-таки неплохо снимает. Возможно, я еще почищу голову. И вообще будет норм. Ну, снимает хорошо. Как вы можете сами видеть на телевизоре. Идет воспроизведение. Камера, кстати, хрустит очень жестко. Ну, старые камеры все хрустят. И все это записывается на видео. Вот, немного снял на улицу. Тоже классно. Короче, кайфовая камера. Вот такая вот у нее есть небольшая история. Камера, на которую я снимал первый раз и которую первый раз держал в руках. А на этом пока что все. Спасибо, пока.